Всем привет, мы продолжаем играть в игру World of Goo. Мы остановились на 4 главе, почти ее закончили. Помните, там было, да, 2 развилки, то есть одна развилка на 2 уровня. Давайте Тайный Витязь пройдем. Мне было еще тогда интересно, что это за уровень. Так, и что? Что-то здесь страшное, походу. Ого, ого. Блять, она типа кричит, ему в ухо влетает. Блин, я не глядел. В ухо влетает и из головы вылетает. Ну, в принципе, так и бывает. Забавно. Так, что такое? Интересно, о чем они говорят, автор? И там была что-то подсказка. Вот она, да. Старая электронная система наблюдения. Была построена давным-давно для контроля общения между хакерами. Однако было трудно понять, кто хакер, а кто нет. Вероятно, лучше всего отслеживать все подряд для общения, для общей безопасности. Интересно, она еще работает? Виртуальный подслушивающий автор. Так, ну тут понятно, тут надо спустить вниз. Раз. Блин, что происходит? Или не так делается? Нет, все так делается. Может ты прикрепишься все-таки? Не, не хочешь? А, все отлично. Все отлично. Эти пусть будут болтаются. Так, у нас здесь эти пилы, да? Тут тоже пилы. Надо что-то чем-нибудь прикрыть, да? И я так понимаю, надо приостановить этот поток безумный. Если приостановил, они сюда падают. Надо еще один кубик поставить по-любому, чтобы не улетели вниз. Так, сюда, сюда, сюда. А, тут есть балка же прямоугольная специально, да? Даже уступчик есть. Ой-ой, тихо, стой, стой, не катись вниз. Вот, отлично. Берем вторую. Давай, давай. Так, отлично. Здесь не полетели. Так, я думаю, сюда надо поставить кубик один. А, мы еще внизу кубик есть. Круто. Или внизу там. Там по наверху, да, наверху стоит на башню. Давайте вверх потаскаем пару кубиков. Так. Отлично, пока все идет. Так, если поставлю, то секунду. Надо сюда поставить. Тут и прикрыл все. Давайте мы все ставим кубик. Да ладно вам. Просто не знаю. Просто нет слов. Иди сюда, кубик. Да, поставить, давай. Сейчас. Вроде нормально, да? Хорошо, стоим. Нет, не падайте вниз. Так. Пока все нормально. А хватит ли шариков у нас или нет для окончания? Чего вы встали? Падайте вниз. Ну а вы что встали? Да отойди ты, вот так. Падай вниз. И ты падай вниз, давай. Все, все, да, супер. Ура, я сделал бонусный еще уровень. Отлично. Я уже много шариков копил все-таки. Будет интересно потом мультиплеере поиграть. Так, что там осталось? По-моему, серверная, да? Второй уровень. Да. Что это за флаг? А, типа я прошел, наверное, занял, выполнил задание, то есть супер, я так понимаю, да? Так, серверная. Очень-очень дешевая процессорная. Что процессорная? О боже. Какая-то страшная армия. И музончик, да?
Блин, это не к добру по-любому. Вот зуб даю. И что мне делать? А где труба? Интересно, что делают все эти серверы, которые больше некому использовать? Здесь говорится 99,99% гарантия стабильности. Даже почти 100% виртуальный автор. Я не понял, где труба? А, ну и платформа качается еще. Да? Или это просто так заскриптовано все? А, вот труба. Блин, да это нереально сделать. Если наоборот качается, то это... Жестоко сейчас будет, я так понимаю. Давайте точно узнаем, считается она или нет. Ёлки-палки. Да ладно вам, это просто будет сейчас жесть. Охренеть просто. Притом это же черные шарики, хум. Поэтому их так просто потом не отцепишь. Их вообще не отцепишь, если прицепишь. Сюда бегом. Охренеть. Так, и что начал и там строить? Давайте заново всех начнем. Чтобы наверняка. Процессорное время, да, по-моему, было. И, да, кстати, я не рассказал. С тех пор, пока я не играл в World of Goo, я узнал, что разработчики этой замечательной игры, они все-таки подали сигнал о том, что у них готова новая игра. То есть они готовят к выходу новую игру. Это будет не World of Goo 2, очень даже жаль. А игра будет Little Inferno, маленький ад. Про игру вообще ничего не известно. Известно только то, что она выйдет ориентировочно зимой 2014 года. А еще известно ее слоган, который звучит так. Чтобы вы хотели поджечь. И все. В принципе, всю эту информацию можно будет прочитать у меня на странице ВКонтакте или же в группе канала. И там и другую информацию почитать, кого заинтересует. Так. Нет, сюда бегом. Так. А, смотрите, ребят, я понял. Выстраиваем башню. Нет, стоп, сюда бегом. Бегом сюда. Так, аккуратно. Теперь ее поднимаем. Почему она не поднимается? Башня, поднимайся. Ты сейчас упадешь же. Так. Сюда бежим. Она не поднимается, не знаю чего. А если так... А, видите, она не переворачивается, это предел, все. Тогда давайте, не знаю. Попробуем сделать так. И вот так. Ну давай же, переворачивайся, пожалуйста, башенка. Сюда, бегом, бежите все. Нет? Чего нет? Сейчас заново, я понимаю, это заново надо сделать. Да, что-то мы... Так, для начала строим равномерно. Я решил так сделать. Все это дело... Вот что ты влево вертишься? Сюда. Сюда. Вот сюда один. И сюда один. Теперь. Сюда. И сюда. Аккуратно, сюда один. Сюда один. Теперь сюда один. Ах ты,
Сюда один. Успеваю. Успеваю. Так. Где там труба? Ну, почти, в принципе, да? Что? 6 FPS? Чего? 5 FPS? Чего? Что происходит? Что-то FPS упало сразу слишком. Ну, поднимайся, FPS. Спасибо. Так, аккуратно сюда ставим. Этих шариков сюда зовем. Это нереально. 7 FPS, 5 FPS. Что не так? Господи, это нереально играть. Что такое? Что происходит? Что такое так сильно? Так, ладно, сейчас мы перезайду я в игру. Так, я перезашел в игру, не знаю, что-то глючило сильно. Попробуем еще раз пройти этот уровень. Так. Вот сюда один. Сюда. Сюда. Так, теперь сюда. Пока вроде нормально идем. Сейчас мы раскачаем эту. Не знаю, что это такое вообще. Северную, да. Северную раскачаем эту. Так, аккуратней. Нет, стоп. Сюда иди. А что ты обратно качаешься? Там у тебя. Блин. О. Еще сюда один шарик. И еще один шарик, блин. Сюда бегом. Бежи быстрее. Молодцы. И вот сюда. Так. Так, снова бежим сюда. Бежим, бежим, бежим. Так, мы все-таки переверем эту башню уже. Да, осталось немножко, ребят. Чуть-чуть осталось. Где шарик, блин? А теперь полностью переворачиваем. Нет, вот так вот. Так. И еще один шарик сюда. Да ладно вам, не падай, только не падай. Поднимается? Да, эта сторона опускается, это поднимается, так? Или нет? А, нет, еще. А теперь. А вот так. Есть, пошел контакт. Опять? Да ладно вам. Поднимайся уже, надоело. Я не дотянусь, по-моему. Да ёлки-палки. И... Есть! Бегом все сюда. Ура, я прошел этот уровень. Фух, было неплохо. Если бы еще FPS были включены. Так, продолжаем. Надеюсь, что я все-таки допройду этот уровень. То есть эту главу сегодня. Это последний уровень, да, компьютеры мамы. Ого.
Добро пожаловать домой. Что это такое? Как рабочий стол, посмотрите. Игры, application. Два окошка таких прикольных. А где труба? Ребят, где труба? Что нужно сделать? Мы построим ее сейчас здесь. А дальше что? Эх, ты бешеный просто, не знаю. Так, куда мне надо? Что-то я не пойму ничего. Они спокойно вылетают из окна или что это? Что происходит? Окей, заново, но в чем причина? Так и не смысл. Что нужно делать? Что это такое? Так, я не понимаю. Какие-то блоки непонятные. Так, так, что, нет? Вот внизу что-нибудь? Нет, низ он не идет. Я не знаю. Смотрите, там что есть вверху. Так, аккуратней. Сейчас мы поднимемся и узнаем. Пипец уровень, я бы не догадался сроду, не знаю. Так, троеточие. Я прокрутил слишком далеко и оказался здесь. Где это я? Какое-то место над панелью задач. За границей рабочего стола. Это сюда попадают свернутые окна. Сколько здесь... высоко. Виртуальный автор забирается все дальше и дальше. Куда тебя несет постоянно? Так, это не нужно. Мы вот так доберемся, я думаю. Надеюсь, что башня не будет раскачиваться. Так. Так, аккуратно. Теперь пошли кубики. Ладно, давайте кубиками будем строить. По-моему, это нереально построить. Сейчас буду раскачиваться, как не знаю. Как желе просто. Блин, отлично, уже началось. Стой на месте. Так, вот сюда поставим. Или все-таки сделаем вот так. Сюда поставим. Осторожнее, не падай. Так, сюда поставили блок. Теперь еще один поставим. Ту-ту-ту-ту-ту. Аккуратно подвинем башню. Молодец, я отлично. Все, да пока всем. Хорошо, что они бесконечные, серьезно, потому что если бы не так, то я с ума сошел выстраивать это все. Давайте все-таки разнообразим, потому что, может быть, в этом вся и фишка. Так.
Отлично. Калькулятор. Ладно. Так, ставим мод. Пока все нормально идет. Нет, уйдите отсюда. Ладно, уже стой здесь, наверное. Хотя нет, тебе надо сюда поставить. Нет, сейчас тебе надо этот блок поставить сперва. Давайте все нормально, да, пока нормально идем. Но как высоко придется подняться? Я просто без понятия. Так, аккуратней. Тихо, вот так. Так, отлично. Все пока хорошо. Так. Фух. Теперь давайте все-таки... Вот еще игры остались. Так. Аккуратней. Башня будет, по-моему, огроменная, я так понимаю. Не знаю, что он написал, типа, что я поднимаюсь все выше и выше. Аккуратней. Вспышек здесь, как видите, нету. Так что, если я ошибусь, то это будет очень печально. Так. Так, сюда, вправо. Фух. Там какие-то на заднем плане, не знаю, какие-то зеленые светлячки, что ли, летают. Что это такое вообще такое? Берем этот блок. Так, теперь вот этот. Я уже подустал, если честно. Ага, тихо. Так, выкидываем этот блок. Это тоже выкидываем. Нет! Выкидывайся! Куда ты летишь? Выкидывайся отсюда. Так, походу здесь есть ветер, я так понимаю. Что-то ваше надо стало раскачиваться. И потому что он очень... Ой. Что здесь прикосило так сильно? Нет. Беда страшная, ладно. Будем еще аккуратней. Так. Ох, если упадет, я ж не знаю. Блин. Где труба? Где там, не знаю, где там конец уже? Так. Нет. Нет, все нормально вроде. Так. О, ярлык для мамы. Важное сообщение. Подойди ближе. С любовью, мама. Пипец, как мама кто-то поставила сообщение? За предел рабочего стола. Это ж мама, мы все понимаем это. Так, ладно, выстраиваем дальше. Может быть, все-таки построим вот так как-нибудь. Сейчас попробуем. Только квадратными блоками. Как говорится, рискнем. Блин, шатается, я не знаю как. Так, есть. Да ладно тебе. Почти достал, давай.
Нет, не получается. Так, ладно, тогда что делаем? Во-первых, мне нравится то, что башня зашаталась. Охренеть. Тут просто чума какая-то. Продолжаем строить так, как строили. Только немножко возьмем вправо. Хотя надо брать все-таки влево. Ну же. Вот. Так. И... Так, почти. Мом. Так. Что происходит? Ты кто? Ты готовишь куки? Сможешь помочь? Я не готовлю куки, не знаю, ты кто? Добро пожаловать домой. Я мама. Ладно, это автоматическая поисковая система. Что ты хочешь спросить у мамы? Ты готовишь куки? Да. Я готовлю их, занося личную информацию в каждую. Ничего не понимаю. В каких куках? Что имеется в виду куки? Сможешь помочь? Помочь относительно чего? Из-за того, что весь мир стал виртуальным и нет уверенности, что настоящее, а что нет. Ты пробовал пошевелить кабель? Пошевелить кабель? Нет. Следующий вопрос из этой рубрики. Как мне будут эти изменения? Пошевели кабель, чувак. Это весь ответ. Ладно, когда-то это был огромный сайт, и сейчас огромное. Это пользователи измельчали. Ладно. Как мне убрать третье измерение? Попробую закрыть один глаз. Чего? Как мне уничтожить глобальную корпорацию? Звучит мне дружелюбно. Дружелюбно. Если не возражаешь, у меня есть несколько миллионов сообщений, которые нужно написать и отправить моим пользователям. До свидания. Блин, как отсюда выйти, а? Нет? А, с самого начала, что ли? Хотя нет. Так, всем приятно получать специальные предложения от мамы. И маминой сети, распространительные рекламы. Я могу подписаться на рассылку о специальных предложениях. Мама всегда рада новым пользователям. Веди свой email в поле ввода. Мой рот не поле ввода. Люди наивно полагают, что это так. Но это не так. Добро пожаловать домой. Регистрирую. Сохраняю. Поздравляю, я достала подтверждение по почте на твой адрес. Ты должен принять мои условия использования, прежде чем я смогу доставить специальные предложения. Какая личная информация содержится в куках? Согласно правилам, куки могут содержать твое местоположение, полную историю поиска, онлайн-покупки, медицинские записи, телефонные распечатки, историю посещения сайтов, распечатки электронной почты, видеозаписи системы наблюдения и многое другое. Это особый маминый цепь для... Ладно. Вообще понял, куки это... Все понятно, ладно. Ты можешь писать все специальные предложения за все время? Что ты задумал? Если поставить все специальные предложения за всю историю интернета, то получится очень много писем. Еще больше скидок. Я бы с радостью, но... Мне понадобится помощь. С чем вам помочь? Большинство почты удалялось годами. К счастью, ничто в компьютере не попадает навсегда. Ты можешь их остановить, но это опасно. Там вирусы и трояны, и сайты, которые выглядят как сайт твоего банка, но на самом деле таковыми не являются.
тебе придется совершить путешествие в место, где хранятся удаленные файлы. Поехали, ладно, хорошо, я уже задолбался это нажимать. Они скидываются. Большую корзину на юго-востоке. Просто прими мои условия использования, а мама позаботится обо всем остальном. Я люблю тебя, мам. Пока. Возвращайся как можно скорее. Я буду писать тебе. Фух, это было долго. Вам письмо. Общедоступный терминал корпорации Мирху. Это еще не все. О, мне письмо, серьезно. Давайте почитаем. Ну уже. Поздравляем, выбрали подписку на получение специальных предложений от мамы и партнерской сети мамы. Помните, что никто не знает, как лучше, чем мама. С любовью. Согласен. Так, выходим. Освобождение. Вот и только где финал. Корзина туда и обратно. Так, последний шарик игру. Балансируя на краю большой корзины, никогда не догадывались, что они очень взрывоопасны. И что все стертые письма и файлы за всю историю интернета могут быть восстановлены. Виртуальный автор. Что делать? Так, я не понимаю. Ого! А где труба вообще, интересно, не пустая? Пока взрываю это все дело. А, надо, по-моему, скинуть эту красную кнопку. Блин, нет, надо взорвать это все, так. Поди ты уже туда. Спасибо. Так, теперь ты сюда попадай. Отлично просто. Это вообще здорово. Прикольный уровень. Ну уже. Так. И есть. Ого. Это еще не все. Охренеть. Еще сюда. Блин, да попадай ты уже. Еще один бросим. Забросим. Так, не видел я взрыва здесь. Так. И... Да, блин, не успеваю. Есть. Сколько вас здесь? Ой-ой-ой. Все, да? Еще не все. А тут что делать? Прикольная задумка. Только я не понял. Так, ладно. Иди к ним туда побольше этих шариков. А, и нужно раскачать эту штуку. Как-нибудь да раскачать. Нет. Я не знаю, подожди секунду. Так. Все правильно подумал. А вот сделал неправильно, нет. Так, отлично. Двумя шариками гумы раскачаем эту хрень. Есть! Фу-фу. Круто! Так, смотрим. Внимание, восстановить
восстановить восстановление всей почты и файла приведет к непредсказуемым последствиям, без возможности отмены операции. Вы уверены? Конечно. Там, кстати, по-моему, было окей и да. Типа да и да. Ого. Ого. И что будет сейчас? Письма счастья завтрашнего дня. На самом деле птица счастья, ну ладно, в данном случае это будет птица. Ой, письма, то есть. Так, что? Земля вздрогнула. Я помолчу пока, ладно. Вам письмо. Бу-бу. Блин, что мы творили? Операция Мирху уничтожена. Мы все вместе. Конец лв 4. Ни хрена себе, я уничтожил целый мир по их поводу. И типа все окей. Что там дальше? Эпилог на краю земли. Ну думаю, на этом эпилог. Давайте посмотрим хотя бы, ладно. Весна. Ладно, я думаю, в следующей серии мы пройдем эпилог. И я покажу вам мультиплеер игры, и на этом мы закончим эту великолепную игру. Все, это был канал Indie Games Channel, я Тенрагон. Подписываемся на канал, комментируем, ставим лайк, покеда.